Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Яман доверял Сехер, если вы не хотите причинить вред любви Сехер и Ямана, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим, кто с нами согласится. Не забудьте включить уведомления, чтобы получать уведомления о первых видео. Яман и Сехер расстанутся. Как примирится Сехер и Яман? Будет ли у Сехер ребенок? Расскажут ли Дуйгу и Али друг другу о своих чувствах? На все ваши вопросы отвечу в этом видео, друзья. Не теряя много времени, перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенная». В новом эпизоде сериала «Доверенная» Сехер пытается удивить Ямана. Потому что Сехер делает все возможное, чтобы Яман был счастлив. Но все пойдет не так, как хочет Сехер. Фактически из-за лжи Джанан, Яман становится очень обеспокоен этой ситуацией. Джанан сказала Яману, что ее семья была разрушена из-за мужчины. Яман также будет жить в страхе потерять Сехер. Яман будет использовать все свои средства, чтобы найти человека, который подходит к его двери. Скорее всего, к двери особняка подходит Фикрет. Фикрет подошел к двери особняка для Сехер. Потому что Фикрет отправил Сехер сообщение. Поскольку телефон Сехер был сломан, Сехер не могла вернуться. Не получив ответа, Фикрет подошел к двери особняка. Но поступок Фикрета совершенно неверен. Фикрет останавливал людям дверь в полночь и беспокоил их. Люди не могут видеть в себе такого права. Следовательно, такое поведение Фикрета некорректно. Ямана тоже очень беспокоит эта ситуация. Сехер же пытается удивить ее. С другой стороны, Джанан начинает лгать и клеветать. Если сюрприз Сехер не произойдет в ближайшее время, Яман не поверит Сехер. И Сехер и Яман снова разделятся. Если Яман будет доверять своей матери, жизнь всех будет разрушена. Потому что Джанан сотворит все зло под своим улыбающимся лицом. Сехер никогда не простит Ямана, который ему не доверяет. После этого Сехер и Яман разделятся. Кроме того, Яман никогда больше не будет доверять ни одной женщине. Конечно, конец Джанан и Зухаль наступит очень скоро. Потому что до сих пор все плохие персонажи в нашем сериале были наказаны. Икбаль тоже умерла и покинул нашу серию. Зухаль также потерял все свои активы. Другими словами, Джанан и Зухаль в конце концов будут наказаны. Скорее всего, Чичик откроет правду. Чичик больше не сможет противостоять злу Джанан и Зухаль. Чичик будет стремиться положить конец Зухаль и Джанан. Поначалу Чичик не раскроет правду. Потому что Чичик подумает, что если она скажет Яману правду, она попадет в тюрьму. Но тогда Чичик расскажет Яману всю правду. Чичик расскажет Яману истинное лицо Джанан и Зухаль. Яман наконец увидит истинное лицо своей матери и Зухаль. Яман немедленно отправит Джанан и Зухаль в тюрьму. Зухаль и Джанан проведут в тюрьме до конца своих дней. Сехер также воссоединится с Яманом. Яман и Сехер никогда не будут разлучены с этого момента. Потому что никто не разделит Ямана и Сехер. Сехер и Яман встретятся снова. Потому что Яман осознает свои ошибки. Яман поймет, что ему не обойтись без Сехер. Поэтому Сехер подумает, что она приняла правильное решение, потому что помирилась с Яманом. Отныне у Ямана не будет проблем с безопасностью в пользу Сехер. Яман также пообещает, что всегда будет доверять Сехер. Также вас ждут приятные сюрпризы с воссоединением Сехер и Ямана. За это время Яман преподнесет Сехер еще больше сюрпризов. Сехер также подарит свою любовь Яману. Когда Яман видит, что Сехер влюблен в него, мир будет его. Конечно, таким образом Сехер и Яман будут вместе. Этот союз укажет на очень хорошие дни. В нашей серии ждут очень приятные сюрпризы. Потому что это будет началом очень хороших дней для Сехер и Ямана. Яман также откроет новую страницу для себя и Сехер. Любовь между Яманом и Сехер, далеким от зла, превратится в великую любовь. За это время Яман признается в любви к Сехер.
Сэхер также подарит ему свою любовь к Яману. В результате любовь Сэхер и Ямана будет такой же, как и раньше. Если Яман докажет свою верность Сэхеру, он больше не потеряет Сэхер. Когда Сэхер увидит преданность Ямана ей, она присягнет ему. В результате любовь Сэхер и Ямана превратится в еще большую любовь. Конечно, совсем скоро наступит годовщина свадьбы Ямана и Сэхер. Потому что Сэхер и Яман поженились в это время в прошлом году. Другими словами, до годовщины свадьбы Сэхер и Ямана осталось совсем немного времени. Сэхер и Яман вспомнят годовщину свадьбы. В результате Сэхер решит купить Яману очень хорошие подарки. Но поскольку у Сэхер нет денег, ей придется работать. Сэхер также начнет работать в следующих сериях. Конечно, Яман поначалу будет против работы Сэхера. Потому что Яман не захочет, чтобы Сэхер работал в его плотном графике. Поскольку Яман знает цену Сэхер, он не выдержит ее усталости. Сэхер скажет, что она хочет работать против Ямана и зарабатывать деньги. Вдобавок к этому Яман позволит Сэхеру работать. Сэхер тоже будет работать и зарабатывать много денег. За это время Яман будет много раз кричать о своей любви к Сэхер. Сэхер не будет делать ничего, о чем он говорит, для счастья Ямана. Яман также будет благодарен за то, что был с Сэхер. Сэхер также пообещает, что больше никогда не покинет Яман. Тогда Яман и Сэхер осуществят свое первое сближение. Благодаря этому сближению Сэхер и Яман испытают свои первые отношения. Конечно, в этом союзе будет много приятных сюрпризов. Имя этому сюрпризу будет «Крымский малыш». Итак, Сэхер наконец узнает, что она беременна. Сэхер пойдет поделиться этой хорошей новостью с Аманом. Когда Яман узнает, что Сэхер беременна, мир будет его. Потому что Яман хотел, чтобы у Сэхер родился ребенок. Когда Яман услышит эту новость, он полетит от счастья. Яман исполнит все желания Сэхер, поскольку она беременна. Это создаст атмосферу счастья во всей семье. И родится ребенок Сэхер. Сэхер и Яман еще больше увеличат свою любовь благодаря своим детям. Тетя Султан покажет, что Али и Яман братья. Яман сначала не захочет верить в эту новость. Али с другой стороны не поверит, что у него есть брат, как Яман. Сэхер поможет Яману принять эту ситуацию. Благодаря Сэхеру Али и Яман воссоединятся. Хотя Яман сердится на Али, он положит конец своему гневу позже. Когда Зия примет Али, Яман также примет Али.